Альтов, эстетика. Когда-то эта вот притча звучала в вступительном монологе спектакля «Мир дома твоему» и звучала в исполнении великого артиста Аркадия Исааковича Райкина. Спектакль когда-то был написан мной. Журавль и журавль. Почему, когда вы летите по небу, люди улыбаются, говорят, журавлиная стая летит? А вот когда дёмы, коровы, почему-то носы воротят, ворчат, стадо коровье прется. А в чем разница? Ну, ты сравнила, обиделся журавль. Мы летим красиво, с журавлиным клином, а вы придете, как попало, с стадом. Неэстетично. Буренка задумалась. А ведь журавль прав. Нам бы клином, по-журавлиному. И люди скажут, вон коровья стайка прошла. На следующий день коровы возвращались домой, построившись несколько странно. Впереди бежала буренка, она оглядывалась назад и мычала, чтобы коровы подровняли, держали линию. Люди, прижатые к заборам, ругались, совсем озверела скотина. Всю улицу заняли. Коровы прошли. Остались на земле коровьи лепешки. Кто-то сказал, смотрите, смотрите, лепешки так как легли. Прямо журавлиный клин получился. Услышав последние слова, буренка радостно замычала. Выходит, и мы можем...